Во. Внук осваивает сучкорез. Тренируется на веточках, пока тонких. Что еще будешь, Леш, вот эту веточку? И можешь. Поскольку времени вот вот жизни остается у меня в обрез. Вот, молодец. Спешу к ней с пословицей. Неси папе. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. Лещей понадавать всем людям звонких. Убрать? После меня, потому что этим некому будет заниматься. Скорее всего, я последний на земле, кто эту пословицу и ветвь русскую мудрую понял. Еще будешь обрезать? Да. Что будешь обрезать? К сожалению. Веточки? Давай.